Добрый день. Вы искали школу здоровья? Отлично. Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Прекрасно вас понимаю. Здоровье ищут те, кто уже частично его растерял. Вернее, поменял. На те острые или хронические болезни, которые многие имеют. Выход, в принципе, из ситуации есть и внешне сложный, и внешне простой. По внешне простому идут большинство. Беспокоит сегодня боль в суставах? Лечим боль в суставах. Беспокоит сухой или влажный кашель? Лечим кашель. Беспокоит боль в горле? Лечим боль в горле. Беспокоит повышенное или пониженное артериальное давление? Лечим давление. Вам жизни не хватит перелечить все 30 тысяч болезней, которые на сегодня известны медицине. Во-первых, потому что они имеют тенденцию возвращаться, а во-вторых, список-то расширяется. Я предлагаю совершенно другой путь. Внешне кажущийся сложным. Лечить все болезни одновременно. Это возможно, это реально. Если вы попадете в школу здоровья, то вы автоматически попадаете в школу правильного и здорового питания. Именно через правильное питание можно поставить организм в нормальные физиологические условия, и он ответит вам повышением работоспособности. Поэтому, если такая перспектива вас интересует, в принципе, контакты вы видите, вы легко можете вступить в школу здоровья. Но вы, кроме школы здоровья, попадаете еще и в школу правильного здорового питания. И больше того, вы попадаете в школу доктора Скачко. Кроме этих двух школ, она включает еще школу здорового образа жизни. Сегодня, когда вы ищете просто школу здоровья, школа здорового образа жизни для вас это перспектива, но не такая отдаленная. Почему? Потому что, теряя болезни, вы приобретаете здоровье. И вам легко и просто, соблюдая основные особенности здорового образа жизни, которые именно вам нужны, находиться в состоянии здоровья. Да, вы будете делать какие-то действия, но находясь не в состоянии болезни, а в состоянии здоровья. Одновременно вы можете посетить еще одну школу. Школу здравого смысла. Вы знаете, многие СМИ напоминают мне театр абсурда. Там публикуется сегодня все. Под хорошим таким, знаете, приписочкой. Информация на совести автора. Вы знаете, многое сегодня берут на эту совесть. Но очень много сегодня систем быстрого омоложения, оздоровления, очищения печени, почек, сосудов, чего угодно. Эти системы чемпионы по направлению в терапевтические и гастроэнтерологические отделения. Чуть реже, но тоже неприятно, направляют в хирургию. Бывает и в реанимацию. Ну, а самым пессимистичным говорить не буду. Поэтому, если вас интересует не только школа здоровья, а школа доктора Скачко. В целом, ссылочки вы видите, телефоны вы видите. Звоните, обращайтесь. Я думаю, что нам будет о чем с вами поговорить. Я имею достаточно много информации. Частично ее опубликовал. Вы видите стопочку опубликованных книг. Правда, это не полный перечень. Если поставить все книги, особенно те, которые переиздавались, то стопка выйдет за пределы экрана. Ну, за спиной видите немножко там дипломов. Вот. Я владею информацией по здоровью и готов поделиться ею с вами. Но для этого, увы, я вам дал свою информацию. Вы можете зарегистрироваться, попадаете в школу доктора Скачко. Там мы разберемся, каким путем вы выйдете из состояния нездоровья в сторону здоровья.